Зварити їжу, погрітися або просто підзарядити техніку – це ті важливі питання, без яких не можуть обійтись солдати на війні. Саме про такі альтернативні засоби, які є у нас і про які можна поговорити і зробити. І головне, що ця людина це все робить і передає солдатам. Отож, ми з радістю представляємо вам гостя, який вже є у нашій студії. Це Ігор Кочет, креативний винахідник. І ми знаємо, що пан Ігор вже багато чого зробив. І передав. Так? Ви вже чого хлопцям туди на війну попередавали? Я знаю, що там і буржуки були, і все на світі. Тобто хлопці вже з радістю користуються. Так от, сьогодні ви покажете, трошки нам розкажете, що саме вигадали останнім часом, і як же воно все це працює, і як воно може знадобитися. Так? Ну, многие вещи, скажем так, не то, что выгодов, да, не то, что изобрел, есть уже решения, да, которые пользуются, но, скажем так, есть решения, которые пользуются туристы, да, и вот те решения, которые вот популярные, те, которые проверенные, да, скажем так, и сейчас востребованы вот в армии, потому что много людей, ребята оказались вот в таких полевых условиях, в условиях там окопов, землянок, и туристический опыт, он очень пригождается, да, скажем так. То есть, когда началась эти военные действия, мы начали делать буржуйки, это то, что просто первого в голову пришло, их там сделали порядка 140 штук, отправили там на все там блокпосты, в армию, ну, в общем, отправляли, там уже дальше распределяли все. Вот, потом дальше немножко занялся такой вот печки, такие вот делал. Это тоже проверенная конструкция, туристы пользуются. Значит, это такая портативная печка, там на 2-3 человека. Здесь фишка в том, что цепляется вот такой вот блок надува, воздух такой, турбонадув, да, скажем так. А давайте мы трошки покажем, да, так я ближе покажу, просто чтобы знали, ну, бачили, так, как это працює. Ось, мы бачимо, что тут нагревается повітря, так, а от чего оно нагревается? Там нагревает, там горят дрова внутри. А, дрова сюда складаем. Вот, ну, чтобы было понятнее, когда вот шашлыки там делаете, да, для того, чтобы активно все это дело горело, берете там, раздуваете, да, или кузнечный горн, там идет напор воздуха для того, чтобы это все дело горело. Здесь вот такая портативная версия, значит, вентилятор дует, и все это горит, и даже мокрые дрова, вот пробовал в сырые ветки, вот там с почечками, да, вот срезаю с дерева, бросаю туда, это все дело круто горит. Да, ну, это взагалі классно, для хлопцев это, мабуть, взагалі такая знахідка, їсти приготовить, что-то там підігріти, это взагалі дуже потрібно, тим більше, что, ну, там они же не один, вони там дуже багато днів, вони постійно там і дощ, і все, що завгодно, так, ну, постійно такі польові умови, які треба витримати. Ну, эта штука, ну, больше тут туристы, скажем так, в армейских условиях, потому что это как ни крути, все равно где-то немножко дымит, да, скажем так, пока разгорается, если там мокрое эти, вот, поэтому как бы сухое горючее там и, допустим, газовые баллоны, они все-таки проще, скажем так, но эта штука более универсальнее. То есть это, знаете, как решение под какие-то конкретные задачи. Нельзя сказать, что это прям панацея от всего, да, то есть под какие-то конкретные задачи эта штука хорошая. Есть сухое горючее, отлично. Кстати, вот насчет там, того же сухого горючего, я там писал у себя в Фейсбуке, но с удивлением обнаружила, что многие люди не знают, что такое есть сухое горючее, вообще там военные, волонтеры, и так как волонтеры не знают, что существует, ну, я понимаю, что люди не могут знать все абсолютно, да, вот, значит, не знают, что такое есть сухое горючее, соответственно, это дело не закупают, не ищут, да, а ребята, которые в армии, там, им нечем разогреть, там, баллонов газовых нет, там, кухни нет, соответственно, они там едят сухие консервы, вот, и мы там делали такой ликбез, скажем так, да, там. Расповедали, что это есть и как користуватись. Это простейшее решение, я понимаю, что не все могут знать, как бы, я тоже многого очень не знаю, да, скажем так, ну, вот, рассказываем и потом люди пользуются. Ну так, ну ми ще пам'ятаємо, так, ми брали з собою там сухий спирт, розпалювали, ну, там він горів, ну трошки може там якусь сосиску зварити, це вистачить цього. Ну, чайку, там чайку розогріти, так, це дуже хороше рішення. Так, і це дуже добре, тому що насправді в таких польових умовах потрібно, щоб максимум було усього, для того, щоб зберегти собі життя, так, і трошки підігріти щось і нагрітися, так, да, тому що ми знаємо, що коли дуже холодно, то менше сил витратить людина на щось інше, а буде зігріватися там чи думати про щось. Конечно. Тобто, ну, насправді
все потрібно, щоб було. З приводу тих от буржуйок, яких багато ви роздали, ну, хлопці в окопах там чи в тих землянках, вони могли користуватися, нагріватися, і це на той час це було взагалі дуже актуально. Так. Зараз вже потеплішало. Ну, і як все одно в землянках холодно, хто там зможе користуватися, я думаю, вони поки що не вимикають повністю на цілу ніч. Поки що, да. Так, і ще гріються. Тому ще, що, ще можливо, треба. Які зараз потреби найактуальніші? Зараз в основному це, значить, зарядка рации, зарядка там каких-то смартфонов, аппаратуры. Соответственно, сейчас, ну, я больше так по электронике, да, скажем так, и сейчас делается такой powerbank, назовем его так, то есть некий такой ящик, в котором будут аккумуляторы, гнезда для зарядки рации, для зарядки там смартфонов, и, собственно, этот там powerbank можно зарядить тоже там либо 220, либо там от солнечной панели. Такой некий универсальный модуль, да, вот сейчас эта штука делается. Сейчас вот потеплело, больше стало солнца, альтернативная та же энергетика, солнечные панели, есть запросы, ну, потому что сейчас получается так, что, например, если там ребятам нужно зарядить рации, которые потребляют там немного, да, им приходится там заводить генератор, и он тарахтит, шумно, жрет много топлива, а работает реально там на 1-2% от своей вообще мощности, даже самой минимальной. И, соответственно, например, те же солнечные панели, с помощью солнечной панели, вот, допустим, смотрите, вот такая панель, это то, что проверено, мы там ходили. Ой, там, гляньте, маленькая, зручна, да. Складывается, ну, взагалі, вот класс. Такая панель, она по своей эффективности, как зарядка сетевая, вот сравнимо, ну, 220, да, так? Да, да, вот, которую мы втыкаем в розетку, вот она по эффективности вот такая. Это как бы, если взять два раза больше, то, соответственно, там, ну, больше энергии, скажем так, будет сравнимо с хорошей зарядкой. По опыту своему, личный опыт, мы в Турции ходили там где-то 9-10 дней, заряжали два смартфона, фотоаппарат, причем я снимал там очень много, GoPro-шку, все чисто на двух таких солнечных панелях. Поэтому очень классно. Штука, ну, то есть, собственно, а це ж його можна зробити, да. Так? Ну, я маю на увазі, що все одно там позашивати, наприклад, ці панелі, куди ще було зручно, так як ви зробили там, ну, в чехлах. Ну, это продаються, такі штуки. Да. Є портативні такі штуки, є побольше, то есть є вот даже, починає від какого-то мінімального, вот такой вот елемент, да? Ну, это как бы слишком маленькое, это так на поддержание чего-то, да, скажем так. Хотя, например, вот такой вот солнечной панели хватает, чтобы крутить моторчик в этой печке. Тоже можно не тратить батарейки, не тратить пауэрбанка, как бы хватает. Вот такого размера сравнимо с зарядкой телефона. То есть она телефон зарядит где-то там за 5, там, 6-7 часов. Вот. Есть, кстати, нюансы тем, что солнечную панель лучше подключать в пауэрбанк. Вот если кто-то будет пользоваться, ну, опять же, есть разные солнечные панели, есть там нюансы. Но лучше заряжать пауэрбанк, от пауэрбанка заряжать уже телефон. Вот, кому интересно, я как бы расскажу нюансы, потому что я сам на этом немножко купился, скажем так, когда начали, ну, идти по Турции, там солнце светит, а телефон не заряжается. То есть начал там мерить, почему так происходит. Оказывается, есть там нюансы с солнечными панелями. А какие, до речи, может, вы зараз расскажите трошки, потому что это, справді, дуже цікаво для усіх, ну, и корисно, особливо для тих, хто цим буде користуватися. Ну, просто как, есть панели, это просто, это как бы давно покупал, самая простейшая панель, у нее никакой стабилизации, нет никакого контроллера, и, соответственно, а телефоны умные смартфоны, и они, когда при подключении, начинают мерить, какого же качества там это солнечный, ну, источник питания в данном случае, да, и, соответственно, если ему там не нравится там напряжение там чуть повышено, или там еще что-нибудь, или там в тенечек зашли, напряжение упало, телефон говорит, ой, плохой блок питания, я не буду от него заряжаться. То есть ему треба стабильность. Да, да. И поэтому лучше заряжать powerbank, потому что powerbank, он такой, как бы, жрет все, да, скажем так, все, что вырабатывает панель, он себя потребляет. Уже от пауэрбанка там пришли, ну, на стоянку, зарядили телефон. То есть есть нюансы. В более современных солнечных панелях в них есть там специальный контроллер, который вот работает хорошо с телефоном, да, скажем так. Вот. Но такие панели я сейчас пытаюсь найти в продаже, их нет, вот, потому что все поразбирали, то есть пооставались какие-то вот такие простейшие модули, да, скажем так. Просто чтобы, если человек там купит, а оно там плохо заряжает, чтобы он понимал,
Ну так, чому... як треба краще да, це да, робити, да, звичайно, да, звичайно. Пане Ігоре, ну ви да. Взагалі от як багато подорожуєте і багато часу проводили на свіжому повітрі, знаєте, що деякі потреби можуть бути. От як ви думаєте, от, з якими такими нюансами можуть зіштовхнутися люди, які ну, от, потрапили зараз в такі умови, і що потрібно їм, до чого треба готуватися, які, може, нюанси є? Можливо, волонтери не все ще знають і та, теж не можуть, от як ви казали вже, наприклад, з сухим паливом, так, от були нюанси. Ну, скажем так, я сейчас больше вот на, скажем так, по электронной части, да, потому что я понимаю, что забот военных много, там, начиная от еды, там, от обмундирования, да, скажем так, ну, я не могу заниматься как бы всем, да, я как бы сконцентрировался больше на вот, ну, как бы на каком-то добывании электричества, альтернативной энергетики. Вот тот опыт каких-то альтернативной энергетики, он, я думаю, сейчас пригождается. Это солнечная панель, да, скажем так, то есть, когда это в городе, там, есть электричество, розетка, солнечная панель, то, ну, бесполезная. Когда ты выезжаешь в город, ой, в смысле, за город, и это становится очень актуально, да. Например, добывание, ну, вот есть, например, такая штука, элементы пельтье, это такая штука, что если ее с одной стороны нагревать, с другой стороны охлаждать, она тоже вырабатывает электричество. Вот. Есть даже специальные такие печечки, в которых разжигается, ну, огонь, и она, допустим, ставится там в воду, ну, то есть, и оно вырабатывает электричество, можно заряжать телефон. Вот. Как бы, ну, ими как бы мало кто пользуется, потому что в основном там пауэрбанки, как бы есть где подзарядиться в туристических условиях, да, скажем так. Но вот в таких условиях, как оказывается сейчас военные, оно может быть актуально. То есть самым простейшим способом это там берется там, допустим, две кружки, да, вот одна там панель опускается сюда, 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 допустим, либо сюда на холодной воды налили, а это поставили там на костер, на горелочку, да, либо наоборот, это в воду, там в лужу какую-то, сюда засыпали угли, ну, к примеру, да. То есть понятно, что, ну, то есть понятно, нужно вывести провода там, все как бы, чтобы провода не поплавились, но в целом, если там стоит вопрос, что нужно там срочно сделать один звонок, смс-ку, и нужно зарядить телефон там или хоть как-то, да, то тепловая передача, это... Вообще в этом плане очень, скажем так, я там смотрю всякие YouTube-каналы, как люди добывают электричество разными способами, да, то есть, грубо говоря, там изобретают, грубо говоря, как паровой двигатель делают, да, то есть некая емкость, нагревается вода, там пар двигает, то есть добыть электричество, чтобы что-то подзарядить, можно. Я скажу, что сейчас... Ну, промышленность-то выпускает бензогенераторы, дизельные генераторы, различные там пауэрбанки, которые позволяют, да. Но вот сейчас в таких условиях, что не получается там пойти и купить просто, да, поэтому в некоторых случаях приходится вот как-то выключить. Ну так, а тим більше, якщо солдати невеличкими групами десь залишаються, так, ну ми ж це розуміємо всі, що все потрібно, щоб було, так, і про всяк випадок, воно ж маленьке, не займає місця, і можна покласти, використовувати і для того, щоб щось пити звідти, і взагалі готувати, і щось туди покласти, і ще тим більше така невеличка ємкість, яка може вам допомогти і ще підзарядити телефон там, чи, можливо, якусь техніку, так, це теж дуже важливо, ну, можливо, там, хоча б, щоб дати їй якийсь поштовх, так? Хоча б немножко там, на какой-то там звонок, смс. Звичайно, да, ми так. Все це розуміємо. І тут якраз добре, що у вас стільки є зараз ідей, які можуть знадобитися солдатам. А які от запити від них? От ви коли спілкувалися, ви ж теж розуміли, мабуть, що треба прямо зараз, що треба трошки пізніше, згодом. Ну, я зараз... опять же, больше по электронной части. И, так, вот, соответственно, так. Вот эта вот штука, которая вот сейчас делается, такой Powerbank, она, ну, очень сейчас такая востребована. Сейчас вот как раз там разрабатывают, сейчас поеду за аккумуляторами забирать, там гнезда, все. Потому что, ну, как бы такого нет, да, скажем так. То, что там я видел, продаются там какие-то солнечные панели, это все немножко, как бы, знаете, как вот аккумулятор, вот там провода, панели, ну, немножко вот, вот такое все. Тебе нужно сгрести это куда-то. Ну, то есть, когда ты перевез и поставил стационарно, да. Сейчас, как бы, хочу сделать именно такой вот ящик, да, вот прям возьму армейский ящик у меня там есть, и чтобы этот вот взяли этот блок, вот принесли, в него повтыкали эти все там зарядки и заряжались, да. Потом там крышку закрыли, там вместе с остальными ящиками вот так можно было бросить, ну, то есть
Ну, щоб це було максимально зручно. Максимально, так, да. Справді, отакий запит, коли зручно, коли ти можеш це взяти, понести на собі, поставити і користуватися по максимуму, це найперший запит, який може бути на війні. І це добре, що ми всі це розуміємо, і що ви це можете зробити. От і от зараз, як би можна сказати, можна давати обратну зв'язь, да, от воєнних, тому що вони там, і щоб вони, допустим, кидали заявки, нам от... Вот нам не хватает вот какого-то такого функционала, да, скажем так. И, соответственно, люди, которые находятся там в городе, они это могут сделать. Я там вижу, ребята там по 3D-печати, я тоже там некоторые элементы печатают по 3D-печати. То есть те штуки, которые там трудно достать, какие-то элементы. 3D-печать сейчас оказалась востребована, потому что оказывается, что не все можно купить, или оно будет ехать долго там с Китая. Там уже разобрали, тоже такая. Да, то, что поразбирали, вот сейчас вот такая 3D-печать сказала, вау, мы можем, как раз вот то, что было как бы непонятно, зачем нужна 3D-печать, там прототипы все, а сейчас, ну, я там стою в группах, люди печатают очень хорошие, полезные вещи, те, которые как бы нельзя купить. Вот. Поэтому могут, я же говорю, военные как бы в обратку говорить, вот смотри, нам не хватает вот такого там блока, в который мы можем втыкнуть там 8 зарядок там для рации, там телефона, там, и чтобы оно могло заряжаться от того-то, да. И, соответственно, мы можем это разработать, сделать и... Вот, з ким ви співпрацюєте? Чи є люди, які ще також, от ви казали, так, ну, ті, які роблять друк, от, наприклад, так? Да. Можливо, ще щось роблять. Є де люди... матеріали? Це ж треба ще ж матеріали десь брати. Тобто ці всі запчастини? Да, ну, є люди, які займаються. Зараз, от, знаєте, коли в перші там неділі, дні, як би, от, те, кто как-то так разрозненно где-то что-то в себя делали, да, мы так немножко раз, где кто что делает, ну, как бы там... Сгруппировались, да, сгруппировались, чтобы понимать, кто что может делать, и, соответственно, какие-то делаем. То есть мы понимаем, что так, ага, у того есть там ЧПУ-станок, у того есть лазер, там, у того есть 3D-принтер, соответственно, такая коллаборация позволяет что-то делать. Вот. По запчастям, ну, да, что-то покупается, кто-то что-то там находит у себя, какие-то ресурсы. Ну, то есть, понятно, на один элемент это можно там у себя где-то найти там, на складе. Да, как бы, если это там, вопрос ты там, 5, 10, 20 штук сделать, то как бы домашних заготовок нет, как бы ищешь, где, ну, соответственно, магазины, они тоже пытаются, где-то остатки есть на складах, где-то что-то пытаются привозить, поэтому понятно, что многие запасы были на, там, в Одессе, да, которая там сейчас заблокирована, и, соответственно, ну, как бы сейчас то, что на складах лежит, многие элементы заканчиваются. Я искал аккумуляторы там сегодня, да, там тоже начинаешь. Если раньше ты просто взял, купил, да, то сейчас ты начинаешь прозванивать, ну, у кого остались, да, у кого есть. Вот, или те же солнечные панели, там, контроллеры. Вот контроллеры солнечной панели прозванивал сегодня пару часов, потому что пытался найти, где есть. Все разобрали, либо продают там только солнечными панелями. Ну, общем... ну, Ігор, ви ж можете якось десь приєднатися до якихось гуртів, які і запитувати, де в кого що є. Можливо, зараз, зараз звернутися. Ну, там. Може, хтось зможе допомогти і справді з розумінням поставитися до того, щоб, що зараз потрібно. Тому що ви це виготовляєте. Вам треба віддати вже кінцевий продукт, а ті всі елементи, яких не вистачає, не вистачає зараз, недостаючи, так, їх треба просто зібрати. Да, собрати в кучу. Тобто, по суті, я, скажімо так, не скажу, что я занимаюсь каким-то изобретательством, да, скажем, здесь больше такой, знаете, компоновкой. Вот бывает сложно именно взять и сделать, да, то есть именно вот это все купить, привезти и собрать. То есть тут как бы ничего, так сказать, не изобрел, просто взял и сделал. Ну и так, вот, ну вот, вот это бывает. Ну це добре, що всі зараз, бачите, згуртувалися і все це роблять. Ну, наостанок хочеться почути від вас ті слова, які, можливо, теж комусь допоможуть. Можливо, нам усім. Будь ласка. Я, знаете, как хочется пожелания людям, чтобы они ну, чему-то обучались, да, скажем так, потому что есть люди, которые, вот, знаете, как видят какую-то возможность. То есть ты что-то сделал, да, человек посмотрел, тебе может подсказать. Там, не критиковал, ты типа, да, вот это фигня, ты сделал аккумуляторы не те, контроль, а наоборот. Да, смотри, а вот эти аккумуляторы будут лучше, потому что, да, допустим, или там контроллер можно такой-то, или этим можно заменить. Да. То есть хочется, знаете, вот это немножко переключение сознания на место критики, на какое-то дальнейшее и свою там прокачку, да, скажем так, и такой, знаете, рост, да.
Але все ж для все робиться разом і все робиться для загальної перемоги. Да, да. От це найголовніше. Це, мабуть, той стимул, який повинен бути зараз у всіх. Ну і звичайно, що ж там критикувати, якщо всі зараз працюють над одним. Тому треба просто допомагати і все. Оце все, що ми зараз можемо. Це все треба робити. І знаєте, як дуже об'єднує і дуже так хвилююче, тому те, що зараз справді українці стали набагато добрішими. Да. Мені так здається, йдуть на зустріч, розуміють, допомагають. І це те, що нас всіх повинно привести до однієї нашої загальної мети. Я вам дуже дякую, пане Ігорю, що прийшли сьогодні в нашу студію. Спасибо. Дякую за те, що робите, за те, що передаєте, хвилюєтесь, переживаєте за нас, за всіх, за солдат. І все буде добре, я думаю, що тому що так не може інакше бути. Може бути лише так. Дякую вам. Дякую. І зустрінемося за декілька хвилин.